В школах города прошли линейки, на которых подводили итоги второй четверти учебного года. Отличников и хорошистов, а также ребят, принимающих активное участие в спортивной и общественной деятельности, отметили грамотами. В четвертой школе на линейке общественной организации «Возможности без границ» четвертой школы были переданы новогодние подарки. Две субботы подряд в четвертой школе силами учащихся, родителей, учителей проходили ярмарки предновогодние, где собирали средства для общественной организации «Возможности без границ», для людей с ограниченными возможностями здоровья, для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и для общественной организации «Доброе сердце». Вырученные с ярмарок денежные средства и подарки были переданы общественным организациям «Возможности без границ» и «Доброе сердце».